Меня зовут Игорь. Я владелец самого большого архива жестокого видео в сети интернет. На протяжении 3 месяцев мы просматривали видеозаписи, присланные наблюдателями со всей планеты. Из огромного количества роликов мы отобрали лучшие и выявили 5 самых талантливых наблюдателей 2012 года. И это вы. Начнем с Андрея и Кристины. Этой прекрасной паре удалось запечатлеть довольно зрелищное самоубийство. Олег снял жуткую дорожную аварию. Сергею каким-то образом удалось заснять изнасилование, а Сева является автором записи, содержащей убийство невинного человека. Теперь у каждого из вас появился шанс получить вознаграждение. Вчера где-то в этом лесу повесился несчастный студент. И в данный момент его холодное тело раскачивает ветер. Ваша задача – найти это тело, снять себя на его фоне, назвав свое имя, дату и время записи. Тот, кто сделает это первым и принесет мне свое видео на это место до 7 часов, получит 500 тысяч рублей. Нам нужно разделиться, чтобы быстрее найти труп. Не нравится мне все это, Андрей. Перестань. Нельзя отвергать удачу, когда она сама идет к тебе в руки. Эти деньги будут нашими. Олег, 28 июня 2012 год. Сука, раздевайся. Вот
Поднимайся, мразь! Андрей, 28 июня 2012 год. Не оставляй меня одну. Вдруг он вернется. Возьми. Он меня не раз выручал. Подожди. Ну все, хватит. Здесь каждый сам за себя. Ha!
Oh,